Всем привет! Сегодня у меня экспресс видео. Рассказываю, что произошло. Мне заказчица принесла ремонт. Вот такой пайты, видите? У девочки пайта. Пошли пропуски в трикотаже. То ли зацепила где-то, то ли что. Смотрите, какие у меня есть бирки. Я никогда не выбрасываю бирки. Я почему-то их люблю, не знаю, всегда. Импортные бирки. Посмотрите, какая красота. Вот я сейчас одну нашиваю вот тут. Ребенок любит носить капюшон. А вторую нашиваю вот тут. Вот я даже думаю, что вот эту большую я пришью вот здесь. Гляньте, она практически получается посередине. И уходит . Гляньте, как совпадает отлично. Ну и вот эту на капюшон тогда. Единственное, конечно, чуть-чуть она получается не по центру. Возможно, я даже руками сейчас сначала соберу этот дефект, а уже потом пристрочу, отпарю и покажу. Ну вот я и закончила. В связи с тем, что нельзя показывать детей, какие-то проблемы с видео с детьми, ну я не смогу показать эту пайточку. Посмотрите, ну вот она какая была, неровная слегка, вот так мне ее и пришлось пришить. Но я не думаю, что это большая проблема. Смотрите, очень плотненькая она, конечно, слегка проутюжила пайточку. И вот смотрите эту. Ну, решила я все-таки ее не по центру, потому что крутила. Пришила сбоку. Но она очень вписывается, очень хорошо вписывается во всю цветовую гамму. Что одна, что вторая. Сейчас еще я поставлю шнурки, наверное, или я позвоню сначала, спрошу, нужны ли тут шнурки, может, они специально их вытащили, потому что у меня есть специальный крученный шнур, и я могла бы поставить. Ну, вот такая красота. Решила хорошенько расправить, света не хватает, решила хорошенько расправить и показать. Ну вот видите, и никаких стрелочек, и никаких масеньких дырочек, в идеальном состоянии, как новая. Бывают дефекты, после 1-2 стирок выползают трикотажа дефекты и идут стрелочки. Вот мы все исправили.